Юмор-ФМ подвел итоги пляжного сезона. Слушатели радиостанции получили возможность выиграть подарки для летнего отдыха. А самым везучим достались главные призы от спонсоров. Финальный розыгрыш акции «Пляжный сезон» от Юмор-ФМ прошел на Энгельском пляже. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. На старт! Внимание! Начали! Там под аплодисменты можно. Веселые старты от самой веселой радиостанции Саратова. Юмор-ФМ подводит итоги трехнедельной игры. Стать ее участником несложно. Нужно было лишь внимательно слушать прямой эфир и дождаться сигнала от ведущего. Чтобы стать участником игры, нужно было просто быть очень внимательным. Потому что в течение дня ведущий давал условный сигнал. Говорил смс-ку с текстом, которым нужно прислать на короткий номер на наш смс-портал. И, собственно говоря, кто первый выполнял это задание, тому мы перезванивали, приглашали в эфир. А вот в эфире вот для участника был вопрос. Те, кто правильно отвечали на вопрос веселого курортолога о летнем отдыхе, приглашались на Энгельский пляж. Здесь слушателям дарят заслуженные подарки. Кому-то рюкзак, кому-то палатку. Все зависит от того, какой приз выпал на виртуальной рулетке в эфире Юмор-ФМ. Также у всех участников акции и гостей пляжа была возможность выиграть еще и дополнительные подарки от любимой радиостанции в конкурсах. Можно, например, попробовать свои силы в веселых стартах. Мне кажется, она тренировалась. Ну, если прыгалку еще дать, это вообще будет просто засчитать 2 очка сразу можно. А можно испытать себя в танцах. Для гостей пляжного праздника был приготовлен еще один сюрприз – танцевальный мастер-класс. А всех финалистов ждал розыгрыш главных призов игры «Пляжный сезон». Сертификаты на базы отдыха, сертификат на покупку в спортивном магазине и тур выходного дня в Казань с посещением аквапарка. Он достался Ксении. Говорит, давно мечтала посмотреть Казань и на розыгрыш приехала с твердой уверенностью – выиграет. Ответить на вопрос в эфире «Юмор-ФМ» тоже было легко. Позвонила, ответила на вопрос. Любит строить девочка, почему? Длительный отпуск. Пожалуйста. Какой самый длительный отпуск в Европе? Командуем, Паша, с тобой. Сказали, 9 недель, правда или нет? Выберите, сказал, чтобы знали, куда прибегать. Знал ответ. Кульминацией праздника стал розыгрыш еще одного главного приза – отдых на турбазе «Металлист». На память о пляжном сезоне останутся подарки, эмоции и совместное фото с ведущими радиостанции «Юмор-ФМ» Саратов. Елена Петрова, Александр Бочков, РЕН-ТВ, Саратов.